Букеты цветов и целый зал здоровых и веселых детей. Все они родились недоношенными. Первые месяцы за жизни многих из них в Рязанском перинатальном центре молились родители и боролись врачи. Начали свое посещение с консультации в поликлинике. Потом мы здесь родились. Родились чуть-чуть пораньше срока, чем положено. Здесь очень хорошие врачи, они нам помогли и ребенку Варваре, и мне психологически преодолеть это. Мы очень им благодарны, вспоминаем о них каждый день рождения, вообще очень часто, очень им благодарны на самом деле. Она очень любит рисовать, творческая, очень доброжелательная. Каждый человек, который ее знает, говорят, что это самый позитивный ребенок, она очень редко плачет, всегда всем улыбается. Внезапно мы сюда попали, с преждевременными родами, родились практически в тот же день, вот, и нам помогли очень хорошие врачи здесь. Нам, можно сказать, повезло. Недоношенными в медицине принято считать ребенка, рожденного раньше 28 недели беременности. Но сегодня в этот центр принимают и совсем ранних детей. Опытный персонал и современные технологии позволяют вынашивать детей даже с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов. Нам уже есть чем похвастаться. То есть из 13,5 тысяч детишек, которые у нас за это время родилось, 2100 детей у нас как бы вот являются недоношенными. Но есть у нас еще и такая особая категория, это детишки до килограмма. Их у нас родилось за все время около 150-155 детишек. Добились мы определенного процента, высокого процента выхаживания таких детишек. Большинство тех, кто поспешил родиться раньше срока, в первые несколько недель живут в таких боксах. Кроме всего прочего, здесь учтены температура воздуха, свет, шум. Микроклимат принципиально важен для этих малышей. На сегодняшний день в реанимации центра находится 35 недоношенных детей. Пока маленькие пациенты лежат в палате одни. Мамы приходят к ним пообщаться только два раза в день. В это непростое время специалисты обеспечивают малыша всем необходимым, чтобы он быстрее набирал вес и догонял сверстников. Алена Куколева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».